Буэнос диас, братва. Ядерный разрывной заряд ваш экрана, это значит, что мы продолжаем раскатывать чертей, блин, в Borderlands. Садимся поудобнее, берем частички и дорогу копать. Так, генераторы, говоришь? Деньги. На них можно купить счастье. Целых 12 тысяч экспы. Не стесняйся, выбери себе машину. Такси плюс. Где-то Гена стоит. Так, так, так. Работаем. Угу. Блять, как все удобно скомпоновано, однако. Ох ты ж, сука. Хрена себе. О, здорово, мужик. Так, на какой же крыше этот Гена? Ах ты ж мать твою. Ух. Ага. Блять, я в патовой ситуации. Это что, все заново? Ха-ха, я дебил! А жалко. Был бы такой охуенный проход. Бз. Бз. Где там комендантша? Бз. Бз. Ай, блядь, я не в ту дырку залез. Бз. Приветствую еще раз. Ой, блядь. Будь осторожнее. Скутер просил передать, что у него есть кое-что такое, о чем он хотел вас попросить. Здесь у нас живут машины. Что? Выбирай по фонарю по газам. Привет, дружище. Нужно что-нибудь? Здравствуйте. На панели наград в Новой Гавани доступны новые задания. Вообще-то в хлеву, но я не об этом. Ты же не веришь в эти глупые россказни о некой волшебной двери, за которой всех нас ждут огромные... Так, теперь квесты. Небольшое мочилово. Я говорю, леди со шрамами на лице, кажется, считает, что мы с тобой ищем одно и то же. Тебе лучше быстро прийти ко мне, чтобы показать найденный тобой артефакт. Ну чё, погнали.
Погнали. Выбирай по вкусу. Купи аптечку. Не пожалеешь. 272.61. Блять, здесь бывают уже крутые штуки. Позволяйте алому копью взять верх. Купите себе оружие лучше, чем у них. Алое копье, говоришь? А, это арена. О, хуйня. Немножко поднизим громкость на мониторе. One shot, one kill. What's the problem? О, срак летает. Плюх. Керич. Надо ванпост открыть, подъехать. То есть я могу срезать. Этим ланпостом мы будем еще очень и очень часто пользоваться. Однако. Угу. Приехали. Где мой любимый дробовичок? Так, есть сохранка. Сейчас тут еще сраки, по-моему, будут летать. Ёбаны не пентесы. Ага, значит ломиться через ту сторону. Этих уродов придется дробью.
Вот это кишки. Мне что, шелду снесли, я не понял. Я ненавижу жуков. А, его надо в жопу стрелять, чтобы крит вышибить. Готов, покойничек. Мне кто-нибудь даст патронов для дробовичка? Я что-то еще хуй понял. Сраки тут где-то еще летали. Ой, блядь. Пидарей. Почему в Гарри Поттере не было такого заклинания? Не. А, бля, это был красивый эйр. Иди сюда, блядь, фетучини, нахуй. Или как тебя там? Готов. О, патроны к снайпе. Охуенно. Охуительно. Гнида. Так, вроде всех перешмалял. Только с патроним проблема. Ну ладно. Ну ладно. Блядь, я, конечно, понимаю, что я служил в ПВО, но меня бесят воздушные цели. Твою-то... Так, спать, суки. О! Приветствую. Прикольно. Нам еще. Надо поговорить. Прикольно.
крыло. Так. О, насыпалось-то, ёлкин сок. Стоп, а чё у меня со снайперками-то получилось, я не понял. Хераси. У меня четвертый слот открылся, а я и не заметил. Не, ну, под такое дело нужно что-то наподобие ПП. Или вот такой вот штуки. Козырно. Охуенно. Чё я раньше-то не использовал такие вещи? А? Теперь у меня точно есть пиздато оружие последнего шанса. Гори. Расстрел у него на высоте. Я не знал, что я так умею. Не нравится. Я, конечно, все понимаю, но меткая стрельба, это, сука, меткая стрельба. Ой, мимо проехав. Не стесняйся. Ну давай же, такси блюз. А, блин, проскочил то, что искал. Так, мастер-ломастер, это берсерк. 400 к 49, не урод, ебись. 315 к 29, 339... Из пиздатого нет ничего. А мне нужно купить улучшение к револю. Так, все, у меня все улучшение синее. Иди сюда, петушок. О! Левелап, сучки! Так, чё у меня там есть пиздатого? Ба-ля-бум. Далеко ж пиздовать придется. Ну, попиздовали, раз такая пьяночка. Опа, опа! Я же все понимаю, но меня эта жукобойня уже подзаебывать начинает. Так. Куда дальше? Так, дальше нам, значит, направо. Ну чё, придётся конкретно так пострелять, я так чувствую, ребята. Интересно, существует ли мод на борту, который позволяет сделать всех противников безбашенными, чтоб прям аж яйца раскалывались? Или это зависит от уровня сложности, которую я, кстати, так и не нашел, как настроить?
отстань, и от пидарей. Ах ты ж мать твою. Иди до мэна. Ой, бля. Ну хоть патронов под дробь дал. Где? Кто там, блядь, сидит? Блядь, все-таки я начал в последнее время косить. Ты где? А, ты верхом. Почувствуй это. Опа, она бука-пука какая-то выпала. Помню, как-то был у меня револьверчик в одном из прохождений. Где не кончались патроны. Что ли, забраться туда и отстрелить хлебало снайперу? Как смотреть? Или кто там у тебя? Пулеметчик. Бум! О! Так это ж такой же. Бада-бум. Стволы. Стволы. Так, что у нас есть пиздатого? СМГшечка, пистолет. Так, точно. Ну, всего 6. Если менять пушку от СНС, то на пушку от СНДС. Короче, нет тут нихера, понятно. Так, куда, собственно, пиздячу? А, прям туда. В ту самую очко. Бада-бум. Кто-то выебался. Firefly. Съел собак. Попався. Бада-бум. Блять, это что за дичина? Crazy Earl Scrapyard. Да ну нахер. Я, конечно, перейду. А, то есть мне самого этого мудака надо найти. Ну, припоминая некоторые обстоятельства, не прикончите, то ладно. А. Тут еще и собакины есть. Ахтунг! Залюкин собакин за яйцем.
Клац. Клац. Я сам кого хож, за яйцем клац-клац. Хотя лучше поебал он, бах-бах. А, баллоны с газом. Прострелил. Чё надо? Увидимся. Так, а где этот сизаряд? Угу, в той самой жопе. А чё ещё так? 25 бандитов и 3 паука. Слушай, никакой награды ты не получишь, пока не избавишься от всех паразитов. Ты будешь визжать, когда я тебя поджарю. Готовченко. Ебучий бодобучий. О, кислятина. А, бандюки точно. Я думаю, что это мне убийство пауков не засчитывается. У меня даже квест другой стоит. О, пуковки. Уа. Чё-то крутое опять начало падать. Пиздуем дальше. Ох ты ж мать твою, вот это бахнуло. Я не знал, что они так умеют. Гори. Блядь, стрельно охуенное оружие последнего шанса. Ой, бля. Фух. Ну так хоть отхилиться смогу. Трансухами его забросать, что ли? Блять. А мы сейчас через ту сторону пройдем. Походу, этот петух все еще жив. Пороть его в строкотан. Так. Сорок семь к 11, а мой что 26 к 7. Конечно, я попробую его заменить 33 по 8. 31 к 11. Точность 26,9, скорострельность 0,7. Разброс у них бешеный. Этот подкупает именно точностью.
Я не понял, он что, полег, что ли? Или упал? Или то и то разом? Ну и жесть, однако. А вот ракетница мне явно пригодится. Блять, я не могу понять, кто стреляет. Еще пока я тут немножко отвлекался. За это время я уже успел поднакидаться. Ну, выходные у человека. Ну, что тут сделаешь? Я чё-то не могу понять, кто по мне набрасывает-то. Так. Угу, нам налево. Пошел в жопу. Красота какая. Вы чё, скоты? Совсем там пооборзили. О, заодно пока серию досниму. Может быть, протрезвею. Вкушенный ёбжиком. Нифига там с них приколов нападало. Так, чё там за электрический инвентарь, я чё-то понял. Видимо, надо было сразу доставать револьвер. Иди сюда, петушок. Готов. Но мне походу надо где-нибудь засесть. Так, так, так. Фух, вроде выкрутился. Ну и так, салютик на будущее. А вот что было дальше, вы узнаете уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и до скорого. И не забудьте рассказать друзьям про канал. Сэндрюс аут.